Всем привет! Сегодня у нас по плану горячие ключи. Но не те горячие ключи, которые раньше были, а совсем другие. Точно так же мы выехали в сторону Наваи. Доехав до тех горячих ключей, которые раньше были, но повернули не налево, как поворачивали, а повернули направо. И проехали 6 километров, и вот посмотрите, куда мы приехали. Сами ванны не стала снимать. Их нужно вначале облагородить, а потом снять. Сейчас посмотрим. Есть. Мишаня поймал рыбку. Вау. Ну-ка покажите, кто поймал. Миша, да, Миша? Он этот раз в Екатеринбург ездил, две щуки поймал. Это он ревнует, видно. Еще один подошел, а этот уже орет. Я договорился, можно покататься тебе на ослике. Давай тебя пофоткаю. Будешь? Давай. Ну, на ослике. Где мамка с папкой? Где дети приходят? Мамка с папкой подальше. Да нет. Тань, покажи. Она маленькая. Ага. Таня, бросай свою удочку. Маленькая. Давайте я помогу вам. Так, покажи. Тоже сазанчик. А здесь такие. Ее хотя бы долго держу. Давай. Откручивай. Там еще что-то есть, да, Миша? Что-то есть, да. Вон, вон поле. Еще такая же. А может, это она же? Это она же. Еще лучше, еще меньше. Еще меньше, да. А это... Ну, это что-то покрупнее. Как жаловно, но не сильно большое. Ага, вон как удочкой загнулась. Нет, это удочка. Какая красавица. Снимайте. Давай. Не-не, я сниму сама. Я могу... Снимаю. Тут только зрители бегают перед камерой туда-сюда. Простите. Какая хорошенькая. Еще и зеркальный карп, что ли? Да ты чё? Да, это немножко другая. Это зеркальный карп. Покажи. Сейчас я сниму ее с крючка. Мы ее выбросим назад. Зачем? У нее чешуя другая. Чешуя другая, а зачем, да, назад? Жалко. Пусть растет. Я до сухариков собачки взяла. Сказали, они их не едят. Мы еще покормим вашу рыбу. Вы говорите, что мы можем.
ловим у вас рыбу. Спасибо, брат. Да хорошо дергает. Что, поймал, что ли? Вау! О, поймал. Вытянешься? Во, какая большая. Ту мы отпустили, а это большая. Ой, а как она называется? Ой, стойте, 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 надо. Ну-ка скажите название этой рыбы. Это сазанчик. Маленький. Сазанчик? Еще. Маленький. Еще одну, Леонид Николаевич, вторую рыбку уже большую поймал. Все, не крути больше. Все, не крути больше. Это маленькая. Маленькая. Давайте я помогу. Там еще что-то есть, да, Миша? Что-то еще есть. Еще такая же. Такая же маленькая. Маленькая, маленькая. Сейчас ее опять отпустим. Это тоже у нас здесь уже есть. Поклевывает. Крючок голый. Не знаю, как бы. Нет, не голый. Я не вижу, я камеру вообще не вижу ничего. Что-то опять мы поймали. Вау, маленькая, малюхонькая. Но ничего, все равно. Давайте. Отпустим вот сейчас, а, конечно. Опа. Я тоже. Что, нету? Есть! Ольга Павловна поймала. Вот, посмотрите, какую рыбину. Так, можете снять. Вау. Поймала. Точно зажарим ее. Или выбросим. Да нет, пусть живет. А, ну сказали, пусть живет. Все, тогда пусть живет. Вот тут Танюши. Ну, это чуть побольше. Это побольше. Отойди, пожалуйста, от экрана, Миша. Давай, Миша, снимай. Вау. Тоже выбросим. Пусть живет. Ой-ой-ой. Таня опять что-то поймала. Опять маленькую. В общем, мы их покормим сегодня. Они голодные. И отпустим. Поменяли место в поисках крупной рыбы. Сейчас Мишаня нам поймает здоровущую. Посмотрите, это ивушка. Зеленая, над рекой склоненная. Там лучше весь был. Кто бы весь? А, не поймал. Мана. Посмотрите, облюбовал Ольгу Павловну и за ней ходит. Вот так вот. И пусти крючки уже. И пойдем на свое место. Малюхонька. Короче. Это наш дастархан. Все купаются в сероводородной ванне. А я пришла и думаю снять. У меня почему-то уж прям сердце заходится. Вода горячая-горячая. Очень приятно. Недоработок много. Можно здесь сделать такой курорт. Обалденный. Но я думаю, что сделаю со временем. Там хотели, но тех горячих хотели же сделать. И вода тогда ушла. Вон, посмотри, одна лапка синяя, хвост желтый, а вторую лапку не вижу. Передние лапки, ну это как плечки, да. Как плечи считаются. Красавица, скажи, в пустыне живу, водички нету. Или озеро-то рядышком вообще-то, можешь ты побежать туда искупаться.